Алло. Я Сергей Марченко, я работаю машинистом электровоза локомотивного депо Лозова. Понятно, на 15 часов, явочка. Рабочий день начинается с того, что мне звонят на мой мобильный телефон. Я должен в пределах часа-полтора прийти в депо, принять электровоз. Как бы с самого детства такая появилась любовь к железнодорожному транспорту. Привлекала мощь. Ну и дедушка, у меня прадедушка, в свое время работали еще при паровозах. Особенности профессии есть. Готовность быстрым и четким принятием решений. Быть стрессоустойчивым. Ну и понимать, что есть ответственность за груз, который перевозишь, или пассажиров. Сейчас чуть обстановка поменялась. В связи с этими боевыми действиями ездили в военный Луганск и Донецк. Надо было людей как-то вывозить. Ну, это все происходило под звуки сирен, полеты истребителей, грады. Хотелось бы в первую очередь, чтобы как бы наладилась эта вся ситуация в стране. Чтобы европейские зарплаты были, к которым стремимся. Надо стремиться к лучшему и добиваться. Хотя бы для себя просто. Должен сказать, для себя я смог.